Сегодня на Театральную площадь вышли сотни человек. Там прошла массовая утренняя зарядка. С сегодняшнего дня и по 1 сентября на Центральной площади города каждый день будут собираться школьники из разных районов Саратова. Сегодня более 300 учащихся 7 классов осваивали элементы современных спортивных танцев, выполняли разные упражнения. Такой спортивный флешмоб подарил всем заряд позитивной энергии. Цель мероприятия – показать физкультуру в новом, необычном формате, который интересен нынешней молодежи. Ребята активно отзываются в 9 утра прийти и позаниматься, при этом активно это принять участие, здорово. Большое желание, чтобы молодежь возрастала. Ну и а мы являемся теми людьми, которые могут это исполнить красиво, почему нет? Все сейчас сидят за компьютером, это сейчас самое главное занятие. Спортом сейчас занимается все меньше. А вот такие зарядочки отвлекают, во-первых, от школы, это плюс некоторым из нас. И, в принципе, мне лично очень понравилось. Главное всяких смешных моментов, новых движений выучил.